что из того, что было сказано, не было существенно. Мы на другой стороне, обожженный дом в Шинкаревском пейзаже. Неважно, куда важно, все равно мимо не было печали. И это не она, заблудившись с обоих сторон, веретена. Я почти наугад произношу имена. Действительность по-прежнему недостижима. Я открывал все двери самодельным ключом, брал, не спрашивая, что и почем. Люди не могут согласиться друг с другом практически ни в чем. В конце концов, это их дело. Мне нужно было все сразу, иначе нет. Обожженный нищий у галереи Лафайет. Я смотрел на эту ветку 45 лет. В конце концов, она взяла и взлетела, словно нас зачали во время войны. Нас крестили именами вины. И когда слова стали отменены, мы стали неуязвимы. Словно что-то сдвинулось в Млечном пути, сняли с плеч ножу, отпустило в груди. Словно мы, наконец, оставили позади эту бесконечную зиму.